Мечети медресе 11 века реконструируют в селе Цахур. Такое решение было принято после визита председателя правительства Дагестана в Рутульский район. Абдулфатах Амирханов ознакомился и с состоянием знаменитого цахурского медресе 11 века Низамия. По словам имама Цахурской долины Ильдара Сулейманова, из стен медресе вышло немало мусульманских ученых. Объект имеет ценность не только для цахурского народа, но и для всего Кавказа и России. Однако уже много десятилетий один из старинных религиозных объектов страны находится в аварийном состоянии. Сколы, трещины появились внутри и на фасаде здания. Медресе – учебное заведение, высшее учебное заведение, которое построил сельджукский визир Низам аль-Мульк. Еще в 11 веке. И здесь изучались не только религия, да, здесь изучалась история, география, что немаловажно было для большой, огромной мусульманской страны. Медресе, конечно, реставрировалось время от времени. Последняя реставрация была после Кавказской войны в 1860 году, когда царские войска сожгли эти села и полностью реставрировали эту мечеть, что камень при входе в мечеть. Правительственная делегация обсудила возможность проведения реконструкции медресе в ускоренные сроки. Было предложено перевести объект в республиканскую собственность и заложить финансирование в рамках республиканской инвестиционной программы, либо направить средства муниципалитету в форме субсидий. Абдулфатах Амирханов также осмотрел ряд социальных объектов, изучил проблемы дорог, электрохозяйственного комплекса и газификации. Завершилась поездка премьера решением о строительстве нового детского сада и школы в муниципалитете. Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по решению проблем с энергоснабжением и очистными сооружениями в районе.